Добрый день, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости канала, на связи канал «Что в старой шкатулке». Всех приветствую, мира вам, добра, хорошего настроения, крепкого здоровья, мир вашему дому. И сегодня у нас новое видео, новый обзор, наша постоянная рубрика «Не сиди дома, вставай с дивана, иди ищи, находи и зарабатывай», друзья мои. Мною было успешно разобрано два советских телефона. Я думаю, что в каждой семье были такие телефоны. У ваших мам, пап, дядь, теть, родственников, соседей, бабушек, дедушек и так далее, друзья мои. Вот смотрите, моя такая вот бурная жизнедеятельность. Смотрите, видите, вот эта пластмасса нам не нужна. Мы ее выбросим. А то, что нам полезно, что можно получить и какую-то копейку за это все, мы все это сдадим на утилизацию, друзья. Итак, давайте начинать. Посмотрим, какие полезные вещи я достал из двух телефонов, советских двух телефонов. Итак, вот такие вот провода. Видите, провода. Это все нужно обжигать. Тоненькие проводочки. Это нужно все обжигать. Здесь у нас медь. Медь сейчас дорогая. 210 гривен у нас в Украине подорожала. И нужно ее собирать. Итак, дальше у нас немножко алюминия, немножко латуни. Вот такие вот, видите, звоночки. Это латуни. Вот это вот алюминий у нас. Такие вот предметы. Все это можно тоже сдать на утилизацию. Платка вот такая вот, советская. Тоже за нее можно получить деньги. Позолотка. Очень полезный предмет. Магнит проверять. Металл. Так, ну и вот красное золото, друзья мои. Видите, красное золото у нас. И мы немножко добыли. Добыли красного золота. С двух телефонов у нас получилось вот сколько вот меди, друзья мои. Немного, но по чуть-чуть собирать, копить. Все это можно сдать. Повторюсь, 210 гривен у нас в Украине медь. Так что можно сдавать, на хлеб с маслом хватит, друзья. Так, полезная тоже вещь в хозяйстве. Болтики, гаечки. Это мы не выбрасываем. Все мы тоже оставляем. Пускай лежит. Может быть, пригодится для каких-то нужд по домашнему хозяйству. Правильно? Я думаю, что да, друзья мои. Они кушать не просят. Пускай лежат. И время к ним еще придет, друзья. Так, черный металл. Ну, черный металл недорогой. По 2 гривны. Но вот, смотрите. Где-то до килограмма мы насобирали вот такого вот разного черного металла с этих двух телефонов, советских двух телефонов. Это мы тоже все будем копить, и мы все это сдадим на утиль. Так, порадовали такие вот серебряные контакты. Вот здесь есть, видите, чуть-чуть. Ну, есть маленькие такие, видите, мелкие, но они есть, друзья мои. Смотрите, сейчас я вам сфокусируюсь. Если сфокусируется, покажу. Видите, вот такие вот серебряные контакты здесь. Тоже собираем, тоже их накапливаем и потом продаем на аукционе Виолити. Кстати, их там очень хорошо покупают, друзья мои. Не выбрасывайте, собирайте. И за это можно будет получить какие-то деньги. Так, друзья, и вот такая вот мне понравилась крышечка, видите, знаком качества Советского Союза. Это мы тоже себе оставим на память. Вот про таких вот двух советских телефонов. И это вся пластмасса, видите, все это уже уйдет на мусорку. Это нам не надо, это не принимают, друзья. За это мы не получим ничего. Так, ну вот так поработали. Сегодня, друзья мои, у меня немножко есть металла. Сейчас пойду на пункт приема металла макулатуры. Все мы сдадим, получим деньги и будем рады и довольны. Так, все, друзья мои, всем мира добра, хорошего настроения, крепкого здоровья. Смотрите канал «Что в старой шкатулке». Всех обнимаю крепко, жму руку. Находите, не сидите, вставайте с дивана, зарабатывайте, друзья мои. И будет вам счастье. Все. Всем удачи. До новых встреч в эфире. Всем пока. Удачи.